Ё-моё, Супру, я уже месяц его не видел. Супру, привет! Привет. Помнишь меня? Это же я, Вейзербро, мы с тобой месяц не виделись. А? Короче, мне пришла новость с города жителей. Какие-то жители полуфабрикаты возле мусорника стояли. Говорили, что сегодня метеорит какой-то прилетает. Я не знаю, что это за информация, но мне кажется, что это фейк. Короче, сегодня у нас выходной, что делать будем? Ладно, давай я сейчас поздороваюсь. Всем привет, дорогие друзья, вы забрали мое новое видео. И мы сегодня Супру! Я привет, ребята, я Супру, это новое видео. Сегодня мы с Вейзербро видели какую-то фейковую информацию, сказали какие-то бомжи. Вот это наш любимый танец. Да, это наш любименький, это наш любименький, смотри, это легендарность. Смотри. Так, короче, я сейчас уже поставил себе лицо. Я тоже. Если зря ко мне пришел. Слушай, а сколько ты ко мне ехал? Я ехал где-то больше полторы, где-то больше двух недель. Это получается, я ехал где-то 23 дня. Потому что я куда-то уехал очень далеко. Я был в Антарктиде. В Антарктиде записывал ролики. В смысле? Там, короче, столько медведей было. Я не мог нормально записывать ролик, потому что постоянно эти белые медведи на меня и шли. Ну как тут деревня наша? Чё? Чё, как я понял? Чё, а можно, пожалуйста, делать кое-что? Тогда и... Ой. Вали посуду. Ну да, пока нас мэр не убил. Короче, так, что тут с деревней? Все нормально в деревне было, пока меня не было? Ну да. Как там Грибер наш поживает? Подожди, давай я его сейчас в Дискорде наберу. Алло, Грибер, ты нас слышишь? Да. Ну что там, ты Супру тут повеселился хорошо? Да, он здесь раскидывал торт в небо. Понятно, все, отключаемся, Грифер отключается. Ну так что будем делать, я не знаю, что делать. Я в Антарктиде был очень долго. Более двух месяцев. Че, ладно, я буду копать под себя. Я хочу лаву упасть, давай. Че. У меня какое-то плохое предчувствие. Мне кажется, то, что этот метеорит, он реально упадет. Но вряд ли. Зачем? Ну, погнали. У нас Супручка. Супру, ты не зависай у меня. Ну, это спидран. Спидран, мама, ясно, поехали. Тут еще насчет метеорита. Я стекло разбил случайно. Ну, это ладно. Потом заменим. Ладно, погнали в дом. Вали, чел, там что, там мама идет. Вали. Ой. Закрываем двери, чтобы Супру... Ой. Не получилось, не воротнуло закрыть дверь, чтобы кто-то не зашел. Ну так что будем делать? Отдыхать будем? Что это за звуки? Послушай. О, земля трясутся, чё происходит? Ё-моё, Супру, что с нашим домом? Ё-моё! Что делать? Ломай дерево, надо вылезать отсюда. Стекло! Че, лучше дерево сломать быстрее? Давай, чел, проходи! Давай, чел, быстрее! Я не знаю как! Да у меня проход там открыт! Быстрее! Ё-моё, че, ты посмотри что внимательно! Че это за фигня на наш дом налетела? Чел! Это метеорит? Да, походу. Так он с каких-то разных кусочков. Боже, чел, лава приближается. Надо что-то делать. Что вообще будем делать, я не понимаю. Давай вызовем такси. Подожди, давай сейчас к кузнецу пойдем. У него много вещей полезных. Давай, короче, мы вернемся, пацаны, через секунду. Ну, да. Ребята, мы вернемся через секунду.
Ух, Субру, мы ушли от кузнеца, смотри, что нам... Слома пока нас не было. Смотри, что нам выдал кузнец, ты посмотри, это же незрит. Это жёлый сапы на три кирки. Посмотри, сколько у нас бедрока, сколько у нас ресов. Это листа. Чел, ты у нас еще дофигища незрита, дофигища еды. Дофигища ты дома бессмертная. Дай блоков, а дай блоков. На, вот тебе парочку стаков. Угу. Хорошо, давай будем строить бункер от ровно возле метеорита. Давай возле метеорита этого будем строить наш бункер. Посмотрим, или не пробьет лава наш бункер. Ну и сам метеорит, или нет. Окей, давай. Строим... Ну, кстати, да, нам надо еще запасной выход сделать. Чел, я строю 3 на 3, поэтому давай, ты пока что ломай в середине что-то, я сейчас буду строить вот так вот. Но я не на 3 на 3 буду строить, я буду по-другому строить. Так это не бункер. А, ну да, это не бункер, но это будет коробка, в которой мы будем жить пока что. Но если, но нам придется будет потом свалить в город жителей. Вот это. Кстати, можем еще сделать подвал в середине этой коробки. И тогда будет по-настоящему бункер. Давай я подвал сделаю тут. А нам защищенный? Ну да, конечно, нам надо все бедроком там застроить. Нет, нас не будем делать. Нас не будем делать подвал. Ну да, значит не будем. Так. Чел, знаешь, в чем прикол? Делаем подземный выход, потому что я все застроил бедроком. Так. А мы не можем его сломать. А там под низом нету бедрока. Можешь там сделать подземный выход. Нет. Чел, а как я теперь попаду к вам? Алло! Ладно, незрит будем использовать. Там надо еще делать слой незрита. Свой незрит надо еще сделать. Что у нас бункер... Чел, выкинь этого игрока. Вообще мультиплеер отключи. Ой-ой-ой. Сталин. Чел, подожди. Да. Это Сталин. Сталин, да, это шам... Чел, если бы этот Сталин, это самый жесткий перс. Сталин. Это же брат Скалы. Ты понимаешь, насколько он сильный? Если бы он зашел к нам, он бы нас разнес в 2 удара. И бункер тоже. Че, ну не тут же выход, тут же швал будет текти. Ой. Фух, чел, мы этот бункер очень долго строим. Сколько там у нас уже записи? Видео уже 8 минут, давай. Если бы я вернусь вообще в секунду, она уже все достроила. А, чел, ну да, начинаем. Подожди, подождите, ребят. Ладно, ребят, мы вернулись уже. Ты еще, короче... Мы сейчас можем... Декор будем делать? Да зачем? Вряд ли нам делать этот декор надо. Он, в принципе, бесполезный. Ой! Ё-моё! Что сделал? Чел. Да не, чел, подожди, даже не надо вырубать. Сейчас я сломаю этот блок и будет светло. А, дальше вырубать. Все, говори уже. Я думал, мы уже не сделали что-то. Ладно, ребят, подождите. Поставим запись на паузу. Так, чел, уже ночь наступила. Машина готова? Она наверху. Вот. А, вот где машина. Короче, чел, смотри, наш мини-бункер есть. Сейчас надо забирать всю мебель и выходить на улицу. Вроде бы все спокойно возле улицы. Никого нету, метеорит не располняется. Забираем все. Погнали. Ой. Все, чел, можно выходить? Да, чел, тут лава! Тут лава, осторожно! Осторожно, чел, тут лава! Тут очень много лавы! Осторожно, чел! Как ее сломать?
Никак, чел! Быстрее, быстрее! Что тут же ваши блоки есть? Чел, проходи, проходи! У тебя же броня есть! Давай, чел! Чел, чел, ставь машину, быстрее! Поставил! Садись, садись! Садись! Давай! Драйв! Сваливай! Поехали отсюда! Быстрее, чел! Я уже какая разница? Ладно, чел, поехали! Поехали! Я машину утопил! Ладно, на этом мы будем, походу, уже заканчивать. В общем, друзья, кому понравилось видео, ставьте лайк под наш канал. Со мной сегодня был Супру. Ну и всем пока-пока. Пока-пока, друзья. Всем пока-пока.